Сегодня профессиональный праздник работников органов местного самоуправления. В Чувашии более 3000 сотрудников администрации сельских и городских поселений и муниципалитетов. Сегодня в Чувашии 300 с лишним муниципальных образований и повсеместно ведется огромная работа по благоустройству, ремонту учреждений здравоохранения и культуры, дорожному строительству, реконструкции спортивных объектов. Кроме того, в задачи органов местного самоуправления входит и создание благоприятного инвестиционного климата, и пополнение доходной части бюджета, и поддержка гражданских инициатив. Активно представляет интересы органов местного самоуправления Совет муниципальных образований. В Чувашии он был создан в мае 2006 года. Это праздник тех людей, от которых зависит наша повседневная жизнь. Это обстановка на улице, это благоустройство наших дворовых территорий, это работа наших учреждений, культуры, здравоохранения, школ. То есть практически все вопросы, которые находятся в решении компетенции на местах, это вопросы органов местного самоуправления.